Привет всем любителям, как сказать, игр «Ну погоди», «Тайны океанов», «Автослалома», «Веселый повар», «Пожарников» и всем другим. Сегодня вот я купил в магазине, только появилась игровая приставка Game & Watch. Она стоит $49 в Америке. Сейчас мы ее посмотрим, что у нее внутри. Подностальгируем. Так. Все очень хорошо, так добротно запечатано. В комплекте идет кабель для зарядки, USB на USB-C. Это с одной стороны, а с другой стороны сама приставочка. Так, 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 так. Вот это чудо нашего детства. Ну что сказать, выполнено очень приятно. Пластик приятный на ощупь. По ощущениям кнопочки. Вот для сравнения я поставил свою детскую приставку. То есть размеры, габариты совпадают, кроме, конечно, размеров экрана. Также есть еще. То есть все как бы совпадает, кроме размеров экрана. Ну что, первый пуск. Нужно установить время. Ну, согласимся, скажем, что окей. Set time. Все. Со временем не будем заморачиваться, поскорее учиться поиграть. Так. Ну, давайте попробуем. Непривычно играть. Ау! Ничего. Игрок из меня уже никакой. Ну, так, нажмем на паузу и просто немножко о самом качестве изготовления. Выполнено все очень добротно. Так, звук идет, USB-C зарядочка. На YouTube есть уже видео, как ее вскрыли, посмотрели, показали, что внутри. И как бы ностальгия. Ну, выполнено все добротно. Экранчик, конечно, маленький. Может быть, хотелось бы чуть больше. Хотя бы таких размеров. Чуть-чуть, может быть, шире, но тоже хорошо. Здесь, я так понимаю, всего две игры. Первая и вторая часть, которые не вошли, левелы.
Ну и еще как бы бол, но... Сейчас посмотрим. Так, гейм. Угу. То есть он только так можем, да? Оп, мячики подбрасываем. Ну, большого интереса, я думаю, эта игра не вызовет. Больше было бы игра интересна. Ну погоди, где яйца? Оп, да. Ну, мне интересно все-таки это как бы игровая приставочка тем, что я надеюсь, ее кто-нибудь скоро хакнет, как до этого хакнули мини-Нинтенду. И можно сюда будет загрузить уже все остальные игры и иметь в одном. Будет очень интересно. Ну, что еще показать? Давайте вторую попробуем. Я, конечно, не игрок, а, во-первых, на таком маленьком экранчике все-таки это не... Ага. Не сильно комфортно. Звук хороший. Все приятно. Денег она, наверное, свои все-таки стоит за ностальгию. Но... Ну, в принципе, все. Вот такое вот коротенькое хотелось ревью сделать. Те, кто хочет, себе могут приобрести и играть. Все. Всем спасибо. Пока.